В день выборов президента в Приморье работало 1325 избирательных участков. На них пришли тысячи людей. О том, как голосовали в районах края, наш следующий материал. Множество участков в Приморском крае приняли голосующих, едва открывшись. На некоторых избирателям даже пришлось подождать. Уже к 8 часам люди ждали процесса открытия участка, да, как бы была маленькая очередь. Уже в 10 часов стало понятно, скоро появятся цифры, с которыми можно будет говорить с уверенностью об активном ходе выборов. Например, Славянка, районный центр Хасанского района. После 2 часов голосования в среднем по 100 голосов на участок. Ближе к 11 часам новая волна избирателей. Надо проголосовать обязательно. Если не мы, то кто? Это же выборы президента. Как же? То, что эти выборы будут активными и максимально прозрачными, предсказывали политологи. Явка, говорит, приморцам далеко не безразлично, что будет дальше. Не дай бог жить в эпоху перемен. Вот самое основное там. Вот поэтому так моя жизненная позиция такая, до добра добра не ищу. После того, как учтут последний бюллетень, можно будет анализировать активность избирателей по районам. Пока что ссылаются на опросы. По ним самый большой вклад в наш выбор 2018 внесли жители Артема. Екатерина Чернакова, Яна Романюк, Панорама.